Мегасфен – древнегреческий путешественник родом из Зарахозии, который по поручению Селевка посетил с дипломатическим заданием двор объединителя Индии Чандрагупты в городе Паталипутра. Это посольство не могло быть совершено позднее 298 годом до нашей эры, года смерти Чандрагупты. В своем труде Индика Мегасфен описал основные реки Западной Индии, упомянул Гималаи и Цейлон, а также систему каст. Работа Мегасфена до нашего времени не сохранилась, однако обширные выдержки из нее приводит Диодор Сицилийский, Страбон и Ариан. Характеристика Индики. В избе Мегасфен – словоохотливый рассказчик виденного и слышанного. Он описывает границы Индии, устройство поверхности, обильное орошение, богатство и своеобразие тамошней флоры и фауны населения. С наименованием отдельных народов, физические особенности, законы и нравы жителей. Наряду со множеством точных и новых для своего времени сведений Мегасфен охотно сообщает баснословие. Словные рассказы свидетеля или приукрашает полученные сведения собственными измышлениями. Лживым писателем называет Мегасфена Страбон, приравнивая его в этом отношении к Димаху. Следующие семь каст насчитывает Мегасфены грекондусов, мудрецы, земледельцы, пастухи и охотники, ремесленники, воины, надсмотрщики и царские советники. Главным городом Индии Мегасфен называет Палибофру, развалины которой близ нынешней Патны. Насколько ненадежен Мегасфен в передаче туземных сказаний, показывает приписанный им индийским свидетелям рассказ о странствовании по Индии греческого Вакха, превращенного в насадителя гражданственности в Индии, строителя первых городов, первого законодателя и судью индусов, врачевателя и царя. Другим благодетелем индусов тоже из греков. Тамошние мудрецы называли, будто бы, Геракла, выставляя его строителем Палибофры, очистителем суши и воды от чудовищ, основателем многих из числа царств, на которые впоследствии делилась Индия.